может быть проще. Здравствуйте, вечер добрый. Общественное движение StopHam, вы, к сожалению, стоите вторым рядом. Могли бы, пожалуйста, перепарковаться, если вас не затруднит. Что, простите? Мы кто? Я из общественного движения StopHam. Нет, мы просто граждане. А, мы недостойны, чтобы просить вас не нарушать и не мешать людям. Не, просто сейчас два выхода. Либо мы клеим наклейку, либо вы уезжаете. Больше никаких выходов нет. Третьего не дано, к сожалению. Я надеюсь, мы придем к общему знаменателю. Я подошел, чтобы не наклейку наклеить, а чтобы вы меня услышали. До вас все уехали. Если у вас есть возможность, перепаркуйтесь. Там дальше есть парковочные места, я уверен. Вы же знаете, что я вас не слышу. Минутку? Хорошо, минутку. Так, ребята, давайте, чтобы потом знать. Это клоунада начинается. Клей, пожалуйста. Давай. Какая клоунада? Я тебе сейчас наклею. Не-не-не, клей. Клей, не-не-не, ну уже поздно. Уважаемый, вы еще хуже встали. Ребят, вы вообще на повороте теперь стоите. А вот сейчас я ГАИ буду вызывать. Секунду, дайте я приглажу до конца. Не надо приглаживать. Не-не-не. Не надо приглаживать. Оставь. Нет, вы взяли свой планшетик и начали фоткаться, вместо того, чтобы уехать, как все. А ты мне что фотографируешь? Я фиксирую административное правонарушение, не более того. Он здоровый. Да нет, он, наверное, уезжает, поэтому. Нет? Нет. Он курит в машине? Добрый вечер. Федеральный проект StopHam, к сожалению, припаркован на неположенном месте. Тротуар, линия. У вас что, еще не пересажали? Нет. Будьте добры перепарковаться. Да. Да. Если вы сейчас не припаркуете... Да, минутку, да. Может, важный диалог с кем-нибудь. Ой, сколько раз мы эту историю слышали, вы не поверите. Именно на этом месте у нас 4 ролика вышло с людьми, которые говорили, что не заводятся и уезжали потом, с позором причем. Так что я советую вам не выдумывать. Если она действительно не заводится, мы можем помочь вам ее подтолкать или что-нибудь, если она действительно сломалась. Но мне не верится почему-то. Майбах не может завести. Ну, я тебе говорю, кузов Майбах. Да что их выучить? Их вообще производство уже остановили несколько лет назад. Опа! Сила Бенца. Я выбираю тебя. Ты мой этот черный Power Rangers. Никакого расизма, просто тебе подходит больше. Нет. Тебе. А копию можно? Кого? Копию можно? Копию чего? Вот эту. В интернете увидите. Оттуда можете забрать. Что, подождите? Для камеры. Не, вы можете, пожалуйста, вы уже достаточно долго стоите. Мы бы давным-давно наклеили наклейку, мы просто уважаем. Что вы хотели сказать? Уважение к человеку. Нет, просто вот ничего личного, просто вы долб***. Окей, хорошо. Хорошо. У нас тоже ничего личного. Шерри, улыбайтесь. Человека не задавите, пожалуйста. Кто как обзывается, тот так и называет. Здрасте, извините, вас ничего не смущает? Нет, ничего не смущает. Вы стоите на полосе движения, вас машины объезжают прямо перед светофором. Нет, меня не смущает, потому что я на работе нахожусь. Ага. Да. Что у вас за работа такая, которая позволяет совершать административные правонарушения? Я работаю.
Ну, вы должны знать, что стоять в этом месте вы не имеете просто права. Мужчина, вы кто скажете? Общественное движение «Стоп-хам», я активист. Да. Если вас что-то интересует, вызывайте ДПС. А мне не надо. Мне не интересно ДПС, я инструмент общественного порицания. Ну, хорошо, я ДПС вам выше выпишет. Я же вам объяснил. Штраф. Нет, вы сейчас хамите, и вы получите стикер на лобовой, потому что вы не имеете права. Вот видите, вас машины объезжают только из-за того, что вам нужно. Я бы попросил вас перепарковаться и найти я себе другое место. Я стою на работе, я тебя объясняю. Вот видишь, вот здесь. Я очень рад. Вы стоите, посмотрите, где. Смотрите, где. Переосмыслите свое поведение. Вам сзади, чтобы вы стоите. Вам сзади бегут. Вы очень плохой водитель. Уезжайте, пожалуйста, свое вы получили. Ну, люди, которые вам сигнали, думают о вас то же самое. Да, конечно. На красный, алло. Вместо того, чтобы это сразу сделать, вы устроили цирк. Управление ФНС по городу Москва. Ну а вы больше и не можете ничего сказать, у вас ума больше нет. А я ничего не собираюсь. А вы и не можете. Это очень просто. Да, забери свою бумажку. Нет, я лучше ее вам в машине оставлю, мне она точно не нужна. Мне не надо. Вам не надо? Не-не-не, это ваша, мы вам ее дарим. Оставляйте себе. До свидания.